Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, ну что, давай немножко поиграем. Эх, возьмем, наверное, бабаха. Как ты считаешь? Да, давай, наверное, за него сыграем. Поиск соперника. Окей. 22 ранга. Причем это разгром. Так, по-моему, немножко громковато. Чё-то у нас тут это... Понадавали мне тут. Во, другое дело. Ну что, стоит выставлять или не стоит? Ну давай посмотрим. Заодно проверим, есть у него валун или нету. А, он даже тратит суперспособность. Даже вот так вот. Даже вот так вот он, да, значит? Окей. Ох ты, ох ты. Ты полюбуйся, что он тут вытворяет. Что же нам сделать? Ну, давай, наверное... давай, сделаю так. А этого бомбанем, да, наверное? Давай так вот. Поехали. Угу. Получил. И добили. Вот это вот плохо, это уже хуже, ребят. А если у него еще... Ох, ты смотри, что вытворяет, а. Давай так проверим. Ну, а потом, наверное, попробуем крахмал вызвать. Скорее всего, так. Если успеем. Если, друзья мои, успеем. У него может быть защита. Что же там у тебя? У тебя там наверняка находится сумоист, скорее всего, ребят. Давай проверим. Ты прав я или нет? Конечно, прав. Че, он ягоду сюда выкинет, что ли? В сторону, получается? Или крахмал он уберет? О, как! Понял, не дурак. Окей. Окей. Так, что же дальше нам делать, а? Вот ты что решил, да? Старый ты пройдоха. Пум-пум-пум-пум-пум. Как тут лучше сделать? Давай так сделаем. Грипп? Так, у него наверняка будет еще вирус, мне кажется. Но это не точно. Так, сейчас срабатывает защита у нас. Окей. Окей. Так, шипы. Ну, этого мы бомбанем сейчас. С помощью микса. И, наверное, еще сделаем его вот так. Ох, сейчас ему прилетит-то. О, ребятушки, ну это все, это фиаско. Это фиаско, что он сделает сейчас? Серьезно?
И это все? Ах, вот ты как сделал. Ну ты сам на себя напросился. До свидания. Поехали. Че, не ожидал такого, да? Держится свою тупую морду. Ну, так-то, ребята, мы расправляемся. Ну что, начало неплохое. Двигаемся дальше. Еще забабаха. Забабахаем, забабах, как говорится, да? Так, а здесь у нас уже супермозг. Блин, я же все время хотел поменять вот эту. Почему я ее не поменял, а? Твою налево. Ну что это? Твою дивизию. С супермозгом такая фигня не катит, ребят. Доборы. Окей, доборы так доборы. Ягоды, ни одного кактуса мне не дали, да? Проверим. У него одна энергия есть, поэтому он может убрать ее сейчас с помощью заклинашки. Но он этого не стал делать. Или у него просто ее нету. А вот и кактусенок прибыл. Угу, начинает. Давай, 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 выставляй. Так, раз, два. Что нам сделать-то? Как лучше сделать? Да, давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Ну и что ты там? Да. И это все? Кактус по тебе плачет, парень. Кактус. Если он еще, конечно, не в курсе. Или он хочет переместить? Переместить сюда и сделать бонусную атаку, да? Насколько я могу понимать. Окей. Я тебе не дам этого сделать. Просто не дам. Ну что, поехали? А, у тебя ракета, у тебя есть ракета, ну ладно. У него была ракета, окей. Так, могилоед, пригодится ли он нам? Пригодится ли он нам? Мне не надо было так делать, ребята. Я только сейчас понял. Сейчас появится, бомбанет же. Козел вонючий появился. Ё-моё, на него потратил. Ну кто же знал, ребят. Кто же знал, что вот так вот у него получится все. Да, у меня с картами, конечно, беда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У него шесть карт. У меня три на столе, три в руке. Играбельных. Опа, опа. Опа, пулечки. Как же это было красиво, друзья мои. Давай проверим. Какой ты молодец, а? Какой ты прям, блин, гений. Наверное, специально сделал так, да, друзья? Скорее всего. Зеркальный орех, отлично. Шесть единиц урона ему
надо нанести, но у него, видишь, сработает здесь защита, блок. Опять он за свое, да? Давай так вот сделаем. Так, вот сейчас срабатывает защита. Твою дивизию, ну почему именно этот охламон, ребята, ну... Вот сейчас еще передвинет его сюда, да? Скорее всего. И уничтожит. Ну да. Да. Ты прикинь, что вытворяет. Ну, в любом случае, ему крышка, ребят. В любом случае ему крышка. Если он не уничтожит мне вот этот орех сейчас, в данный момент. Каким-то божественным чудом просто пух и испарит его. Тогда я фейлюсь. Но если же он его не тронет, причем не причиняя урона. Вот, видишь, что творит? Видишь, что вытворяет? И он думает, что он молодец? Красавчик. Красавчик просто-напросто. Поехали. Посмотрим. Вот тебе элементарный пример. Нет. Куда же ты, песик, вылез-то? А, ну тогда крышка ему. Тогда ему крышка, ребята. Все получилось. Так, ну что, двигаемся дальше. Поехали. Бабах сегодня в ударе у нас. Ну, вообще-то я уже говорил, ребята, что именно бабахом я чуть ли не получил 50 уровень. Давай, наверное, вот это вот уберем. Это было лишнее. Но, друзья мои, мы автоматически приходим на следующий ранг, получается. А на следующий ранг, и это 22-й. Ну, что я могу сказать? Отличное начало дня. 7-го ранга, ладно, хорошо. Может быть, он только начал играть. Нет, ну у него уже пасхальное яичко есть, значит... Да что ты будешь делать-то? Чего вы все боитесь так бабаха-то? Я в свое время на 7-м, 8-м, 9-м, 10-м ранге воевал, блин, против 30-х и 20-х. И не сдавался вот так вот. Это уже, если уже видишь, что ты проигрываешь, да, тогда можно сдаться. А в данный момент фиг ли, ты еще даже не начал. Ты даже не видел, может быть, у тебя рука будет фартовая просто. Фартовая. Так, ну неплохо. Начало вроде такое, да? Многообещающее. Посмотрим. Конечно, не хотелось бы получить шаром именно по нашей ягоде. Угу, началось. Началось, друзья. Улетел. Улетел в трубу. Можно было бы, конечно, вот этого потратить. Хм. Очень-очень интересно. Давай я вот так вот ягоду поставлю. Не ягоду, а груши это получается у нас. А вот и кактус подоспел, который мне нужен. Опа. Опачки.
стоит ли мне так делать, а? Посмотрим. Эх, сейчас начнется там какая-нибудь расколбасина, как всегда. О, уничтожает. Ну, у нас гриб есть, есть, так что... Пускай он там не радуется. Так, орех. Куда ты там за сумоиста хотел узнать, да, парень? Ух ты, дудочка. А если вот так сделаю, посмотрим, есть там у него шары или нету. Не хотелось бы, еще раз говорю, ребята, потерять ягоду. Потому что шаром он ее может раздавить. О, как. Все-таки есть, да? Окей. Тай-та-та-та-тайс. Хинус решил. А вот так вот сделаем. Ага. Блин, сработает защита у него потом там. Ладно, до 4 прокачиваем его, потом взрываем. Возможно, он еще кого-то сюда позовет. Ну, что ты там задумался-то, ё-моё? Ага, он решил заменить. Ну, это и хорошо, ребят, что он решил заменить. Так. Ну, следующий ход за нами будет по защите. Так что все нормально. Блин, ну... Ну, зачем? Так, я вот не помню, он тратил, по-моему. Вот есть у него ракета сейчас или нет, вот я не знаю, ребят. Блин, есть у него или нету, а? Ладно, сделаем так. Погнали. Сейчас заодно и проверим. Перемещаешь? Ах, ты держишься за него. Ну так, парень, я боюсь, что у тебя не получится. Даже 5 в лицо хочет получить. Смотри, как какой, а. Вот так вот даже, да? Значит, медика в минус. Давай, поехали. Так, что у нас там? Минка. Сюда ее поставим. Так, ну что, 8 хп остается. А это у нас зомби здесь получает минус 3. То есть нам сюда выгодно ставить, да, этого? Если он не уничтожил его, то вряд ли он сможет уничтожить заплатку. Блин, мне бы вот еще бы один кактус было бы вообще идеально. Он бы его подбил бы, здесь бы получился бы 5-4 груша. И мы бы его расклепали бы. Ну, он видишь, что творит. Чего?
Ну, он, видишь, что творит. Поехали. Даже так? Угу. Если не здоровье установит, давай. Мне вот это напрягает, если честно. Надо с ним уже завязывать, с этим клоуном. Просто уже напрягает. Я здесь сделать ничего не могу. Сделаем так, наверное. И вот так. Там посмотрим. Я не знаю, что у него там еще осталось, правда. У него 4 карты в руке. Видишь, как он трясется за своего этого. Опа, вот это, ребята, плохо. Так, надо будет его взрывать, чертовой бабушке, я тебе скажу. А вот и кактус. Вот я его и дождался. Так. Все? Так, 5. Ну да. Поехали. Но у него еще 3 карты, да? Давай, бомби пятеру ему в лицо. Итого 2... Блин, у него 2 хп и защита еще там. О! Хе-хе-хе-хе. Кукурузиш выпал нам, друзья мои. Это очень круто. Слушай, он достал уже, а? Что зависит-то? Ага. Все? Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Погнали. Эх, посмотрим, сейчас у него есть там что-нибудь или нету. О, как. Да ну какой, блин, орех. Ну какой, как. А, вот, если так. Ну, если так, только, то ладно. Кто там у него сидел, интересно? А, видишь, кто? Интересно, мы пробьем его или нет? Где мои все зеркальные орехи? Скажите мне на милость, где мои зеркальные орехи? 3 штуки их в колоде. Ни одного не выпало.
твою, он сейчас уничтожит меня, ребят, у него. Ах, вот она моя сладость пришла. Моя, блин, сладость. Смотрим. Не повезло. Хотя почему не повезло? Он же урон еще не получит. Нет, не получит. Да ну, да ну. Да ну какого фига. Я так и думал, ребята, что. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе и подстава. Я так и думал, что не дай бог у него. Все, возможно, живем, друзья. Проверка на, прочность. Если у него сейчас, не дай бог, еще заклинаха такая есть, то нам не сдобровать будет. Да ты серьезно, что ли? Ёпрасоте, блин. Ну тут фейл, друзья мои. Да, ну тут уже никак. Тут уже хоть ты что делай. Ребят, тут не поможет мне ничегошеньки. Офигеть, это он что, специально до последнего держал эти орехи у себя? Да если бы не вот эта вот мышь летучая, блин. Это она ему, кстати, давала вот эти камни и тому подобное все. Вытягивал. Эх, бабах, бабах. Держал до последнего. Я манал держать до последнего вот это все. Нигде не мог потратить. У меня орехи были, все. Он не тратил. Ну что, будем мстить. Мы с таким же разгромом встречаемся. По-моему, это вот он и есть. Ни ландшафта мне этого не выпало. Ничегошеньки. Блин. Опять нету первого хода. Ну, ё-моё. Нет, есть первый ход. У меня три ягоды там, сколько? Мины куда-то поисчезали все. Так, ладно, будем смотреть. То есть это он и ягоду не трогал. А возможно, у него не было. Я тебе говорю, это летучая мышь, которая ему выпала чисто случайно. Вот он из нее начал там все вытягивать. А это, походу дела, у нас противная колодия опять, парень, да, у нас? Буянить собрался. Походу дела. Доктор Зереброс какой-то. Доктор Зереброс. Мне этого-то сейчас как-то страшно выпускать. Что, бомбанем, наверное, да? Давай бомбанем. Блин, мне надо как-то крахмал реализовывать. Да это то же самое, ребят, все то же самое, мы уже это видели. Ну да. Давай проверим, прав я или нет. Ну вот, та же самая колода, ё-моё, ребят. Тот же самый противник, по-моему. Я лишился крахмала. Просто лишился крахмала, и все. Так, ну что, бомбочку куда? Бомбочку туда, наверное, бросим, да? Так, и сюда, наверное. Поехали. Сейчас сработает защита, что нам там? Надеюсь, горячка выпадет. Какой-то пузырь.
Ну, да ты заколебал, а? Все? Ты посмотри, а? Ну тут похоже все, ребят, доигрались. Доигрался я. Похоже, я тут доигрался. Так, поехали, я не знаю. Ну что ты тут сделаешь? Да ничего. Сумоист. Да, тут все, ребят, приплыли. Да, бабах. Значит, меняем кого-то другого теперь. Бабах, видишь, тактику раскололи бабаховскую, так что... Не канает он, так скажем. Сейчас мы с тобой быстренько... Ну, 22-й ранг, понятно, они же не упасть, но все равно, ребят, неприятно. Так, давай попробуем... А что у нас там на колпаке? Что у нас на колпаке? Попробуем. Поехали. Да я макаря ржавый разряд со своими вирусами. 100% тебе говорю. Так, так, так. Ладно, пока годится. Пока годится. Так, у него тоже есть шары. Все у него это есть. Надо все это у него, из него вытягивать, получается. Сейчас посмотрим. Да ладно, шара что ли нет у тебя? Хорошо. Сумоист? Что-то мне подсказывает, что там у тебя парень сумоист припрятался. Давай проверим. Нет, не сумоист, ребят. Не сумоист. Так, что же сделать-то? Наверное, так вот. Ну и чё? Увеличишь ему хп, я так понимаю, да? Сколько он там дает? 5, по-моему, будет 1.9. Ладно, посмотрим. Потом нам надо будет вот этого парня вызывать, скорее всего. Я ищу гриб. Мне нужен гриб. Потом ставим ландшафт и уже грибом начинаем делать доборы. Других вариантов пока я не вижу здесь. Так, ну вызывал, да, всякое? Всякой всячины. Всякой всячины он тут навызывал. Ладно. Да, конечно. Держи карман шире. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что будем делать-то? Бомбить этого, да? Давай бомбанем, фиг с ним. Посмотрим дальше, что он там будет делать. Выставлять или не выставлять, я не знаю. Ну, это мы ландшафтик заменим.
Этот ландшафтик заменим. Подожди секундочку. Так вот сделаем. А там пускай колдует, что хочет делает. Вот, видишь? То, что добор себе взял, да. Что? Блин. Два гриба этих вообще как бы не в тему, если честно. Так, что, конфетник? Вирус. Ну давай, давай, вирус. Поехали. На. Блин, вот здесь, конечно, грибы все уничтожатся мои. Это ничего страшного. Окей, что у нас значит гриб? Посмотрим. Если у него аэрозоль есть, а нам крышка. Нет, он делает шаманство. Окей. Он делает шаманство. Давай еще заклинашку сделай, чтобы я сразу тебе пробил в нос. И все. Молодец, красавчик. Так, итого 7. Угу. Ну, здесь понятно, пробьет. Так. Летучие мыши. Окей. Он хочет добить, что ли, здесь? Но у него не получится. Сейчас 8, конечно, в лицо нам пропишет. Это плохо. Ну что ты мне дал, гриб какой-то? Ну ё-моё. Все, фейл, друзья мои. Ты понимаешь, да, что это фейл? И вирус еще сверху. Все вроде бы хорошо, но гриб, мне не выпал гриб. Я не мог сделать, друзья, добора, элементарного добора. И вот это фигово. Да что мне это? Это мне ничего ровно что там не дает, блин. Ровным счетом мне это ничего не дает. Это меня никак не вылечит. Ну что вот с этой командой делать? Че, умоляю. Эх, конфетник опять у него тут появился, а?
Друзья, я, короче, сдаюсь, потому что, ну, это только оттягивать время. Я все равно не смогу здесь пробить. Этот меня пробьет, мне даже нечем прикрыться. Да, колпак тоже. Ну, здесь не колпак виноват. Здесь элементарно, ребята, как тебе повезет с рукой. Пошли попробуем теперь за орех. Кстати, что у нас там на орехе? Может быть, нам эту розу взять, а? А что это за колода вообще непонятно, какая-то странная. Тихо, это что-то вообще не то. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, что там у нас. Что-то тоже как-то не... Это вообще не на хилах, это почему-то чистые орехи. Не знаю, ребята, не знаю. Давай попробуем за зубостезилу поиграть. Блин, три битвы подряд, ребят, проиграл. Две за орех, даже, по-моему, три за орех, да? И одну за гриб. Как всегда, чуть-чуть чего-то не хватает. Опять этот профессор со своими доборами, блин. Ладно. Я нисколько не удивлен. Доборы, как всегда, доборы элементарные. Так, ставим сюда. Сейчас кого-то будет сюда ставить, 100% тебе говорю. О как. Все? Так, дай подумать. Можно сделать так. Это для начала. Ну и, наверное... Вот так. Погнали. Огурец. Огурец — это хорошо. Огурец — это хорошо. Но вот это вот... Что там делает? А, он гаргантюашек шаманит себе. Понял. Иди отсюда. Погнали дальше. Так, пугало вылезло, да, огородное? Вылезло пугало огородное. Блин. Не хотелось бы, чтобы он тут яйца эти разбрасывал, да? Поэтому сделаем так. И, наверное, вот так. Блин, сейчас сработает защита. Шаманин, ну шамань. Шесть лицо сейчас получим. А, нет, уже был удар, да? Колотушка. Молодец. Еще будут какие-то... Я не знаю, какие-то просьбы. Курицу я вызвал. Так, ладно. Я бомбанил, наверное, таким вот образом. Поехали. Что там у него?
Ага, понял. А яйцо, по-моему, на воду не летит, да? Если не ошибаюсь я. Ну, началось. Алой, да? Семерочку стоит. Вылез тут. Так, погнали. Шаманит. Блин, мне нужно, ребят, мне нужно всего лишь одна хилка, ты понимаешь? Одна. Ну, то есть у меня есть вот это вот, есть ландшафт 8 и росточек, который мне нужен. Ну, росточек, как это понимаешь? Ты издеваешься, что ли, блин, а? Вот, ребят, вот меня вот сколько играю, вот это вот всегда вот убивает, блин. Как специально все, понимаешь? Кого тут? Его? Да не буду я на него тратить. Ну, дадут мне? Есть. Все, друзья мои. Победа? Смотри. Ну какого ты фикуса, блин, делаешь? Ничего я делать не буду. Надеюсь, мне сейчас выпадет родничок хилищий. Ты запарил. Надо было этого все-таки чпокнуть. Ишь, запереживал, заволновался. Есть, гудбай. А, какой гудбай-то? Твою налево, нам... Он же... В плане, я не помню, почему три мы врезали. А, мы же... Все-все-все. Он два выстрела делает, закажет хил. Трындец, вот так вот. Вот так, друзья. Вот так вот мы выбираемся из практически, ну, просто уже вот патовой ситуации. Ты сам видел, меня просто окружили. У него это хорошо, что у него не было никаких заклинаний, которые бы могли бы уничтожить корнишон. А так бы все. Все, ребята. И мокрого места бы от нас не осталось. Ну, радоваться, ты понимаешь, еще рано. Что-то вот свой пугало вот достал сюда. Так, это хорошо. Блин, на него даже тратиться неохота, если честно. Давай так вот сделаем. Такс, хилочка выпала, да? Уж не знаю, что там у него. Может быть, это на свиристели? Тю-тю-тю-тю, который дудит. Нет, не свиристели. Опа, алоэ, ребята, но я не смогу его применить. А было бы круто. Схомячим этого чувачка. И ничего пока не буду я делать.
Так, 12 хп. Тюн-тюн-тюн-тюн. Так. Срабатывает защита. Семь хп мы ему оставили пока на данный момент. Ага. Он все за свое, да? Ну что? Пугало ты огородное. Так, подожди-ка, лучше как там сделать-то? Ну да, наверное. Тун-тун-турун-тун-тун. Тихо, подожди. Ну да, наверное, так сделаем. А, подожди, нам так не надо делать, ребят. Нам так делать не надо. Угу. Что же сделать? Наверное, вот так вот. Клипану чуть-чуть, так сказать. Что ты там? Угу. Вызвал пугало огородное, ну ладно. Окей. Не знаю, ребят, попробуем так сделать. Эх, могила едушку бы сейчас бы, конечно. Зомби-астронавта призвал. Ага. Тюк, по башочке, да? Так, что у него там? Ага. Чё, блин, 3 хп не могу, что ли, отнять у него? Что за бред-то? Короче, он достал, ребята. Оставим так. Так. И все, пока. Все, ему крышка. Пробили. Через эту броню, через его. Так, ну что, поехали еще сыграем партийку. Пока фартит. Пока фартит, ребят. Ну как фартит? До этого не фартило, просто сейчас немножко стало полегче. Так, а здесь у нас этот чудик. Заморозка. О, началось. Ничего я делать не буду пока. Слушай, это не на кошатнице ли случайно, а? Угу. Угу. Ну, давай я так сделаю. Thank you.
Если мы поставим этого и захиляемся. Как думаешь, нормально будет? А, блин, я думаю, будет нормально. В принципе, если... Я не знаю, что там у него есть. Что-то он задумался. Я вот к чему говорю. Сделать так. Ну и вот так. Конечно, у него есть заморозки и тому подобное. С этим никто не спорит. Он думает, тратить ли заморозку на земле, да? Или не тратить? Не стал. Так, у меня два ландшафта. Слушай, а это же у заморозка, по-моему, этот ландшафт, где он замораживает. Я так и думал, что это кошатница, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же мне сделать-то с тобой, а? Ну да, ореху не повезло. Или повезло. Так, ну что, кошатница, ты доигралась, походу, дела. Угу. Сейчас серьезно, что ли? Ладно. Так, это пока трогать не будем. Надо здесь, наверное, чуть-чуть подсобить. Хотя, подожди, зачем нам так-то делать? Вот так вот сделаем, нормально. Поехали. Да почему защита-то, твою надева, ну... Да, мне бы не хотелось, конечно, тратить. Ромашка. Давай смотреть, что там. Охотничьи угодья. Качал, довольный, счастливый, я бы даже сказал, да? На тебе. Погнали. Пускай останется чуть-чуть поменьше здоровья, ребята. Потом мы сразу выставим ландшафт, эту. Ну и в общем все как полагается. Главное нам снять защиту. Вот снять защиту нам нужно будет. Как бы обязательно. Так, как бы сделать-то, наверное. Я боюсь, что у него заморозка есть там. Наверняка. Посмотрим. Вот, вот, ребят, все.
Мы что хотели, то получили. Так, теперь, значит, рикошетик делаешь. О, даже как. Ну, не нормально, да, друзья мои? Здоровья мне хватит. То есть ландшафт. Так, и пробиваем. Привет, ты кто, собственно говоря? Это я тебя хотел спросить, ты кто, собственно говоря? Ух, ребятушки, ну чё, я думаю, нам хватит, да? Я думаю, нам хватит, поехали. А прикинь, не хватит, блин. Ну, блин, ну ты серьезно? Твою, блин. Это сколько получается? Мы получаем 4-6. А, ну мы сейчас мы опять же сейчас сделаем. Все, поехали. Добиваем. Все. Просто изумительно. Фу, ну что, друзья мои, мы с вами перешли на 23-й ранг. Повоевали неплохо. Конечно, много сегодня было проигрышей, но, ребят, когда-то фартит, когда-то нет. Так что увидимся уже в следующих сериях. Всем удачи и до новых скорых видосиков.